Сегодня мы расскажем о пользе гороха и поделимся одним рецептом для профилактики болезней суставов. Эта бобовая культура содержит белок и кремний. Данные вещества нужны для выработки коллагена и эластина, полезных для здоровья суставов. Горох также используют для лечения воспалений и укрепления сердечно-сосудистой системы. Это связано с наличием в нем никотиновой кислоты, предупреждающей кардиологические хронические заболевания. По заявлениям диетологов, горох укрепляет и нервную систему. Кроме того, в нем содержится витамин С и клетчатка. Употребление в пищу гороха полезно при сахарном диабете, а невысокая калорийность продукта позволяет использовать его и при избыточном весе. Безусловно, у гороха есть ряд недостатков. Например, он вызывает метеоризм, однако регулярное употребление бобов поможет избавиться от данной проблемы. Что касается его применения в качестве ингредиента народных средств, то горох полезен не всем. Перед использованием продукта в лечебных целях посоветуйтесь с врачом, чтобы избежать неприятных последствий. Для профилактики заболеваний суставов готовят гороховую кашу. Нам понадобится 250 грамм гороха, одна небольшая луковица, одна морковь, 50 грамм подсолнечного масла. Горох промываем и замачиваем в течение часа, затем вновь заливаем 0,5 литров воды и варим в течение 40 минут, постоянно помешивая. Если вода выкипает, периодически ее добавляем. Одновременно с этим делаем зажарку из моркови и лука. Слегка обжарив овощи на сковородке, добавляем их в готовый горох. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал и делитесь видео в социальных сетях. Это очень важно для стабильных выпусков на канале. Стараемся и работаем для вас.